Я напомню, что у нас сегодня в гостях был автор-исполнитель собственных песен Марк Оффен. Сейчас наш гость исполнит для вас завершающую на сегодня песню. Ну, а мы с вами увидимся, конечно же, уже на следующей неделе, ровно в 22:00 на телеканале ТНВ. Будьте с музыкой, музыка всегда будет с вами. На вокзале кутерьма дым смешался со словами, но я останусь с вами. Разболелась голова, встреч, разлук, воспоминаний уже целые дома. Кто-то в лодочке домой, кто-то в синем самолете, но здесь, где вы живете, забросает нас листвой. Снег пойдет, потом растает, в тень прячет летний зной. Постучусь и к вам войду с поклоном, улыбнусь, и улыбнетесь вы. Мы зажжем костры под небом сонным, все сомнения прочь из головы. Поезд, ты меня не жди, не бери меня с собою. Может, и лишусь покоя, если спустятся дожди. Я останусь, слышишь, поезд, и сердито не гуди. От дымов и слов бегом, будто вырвавшись из клетки, кто-то держит очень цепко сердце и ведет ваш дом. До свидания, скучный поезд, уезжай, разлука в нем. Вечный странник вам спешит с поклоном, в дом войдет и улыбнетесь вы. Блики от костров под небом сонным долго не уснут среди листвы. На вокзале кутерьма дым смешался со словами, но я останусь с вами. Разболелась голова, встреч, разлук, воспоминаний уже целые тома.